Даже ведьма с ходячим домиком появилась в кульминации второго сезона «Ведьмака». Если вам нужна помощь в выяснении того, что там происходит, не волнуйтесь, вы не одиноки. Второй сезон «Ведьмака» вертится не столько вокруг титульного антигероя, сколько вокруг принцессы Цинтры Цириллы, более известной как Цири. Большая часть второго сезона сосредоточена на Цири, пытающейся больше узнать о своей родословной, пока разные группы антагонистов охотятся за ней. Ее пытаются поймать и маги, и эльфы, и нильфгардцы. Но кроме них, Цири пытаются найти Волит Мейер, известная как Бессмертная Мать, таинственный маг огня по имени Риенс и Йеннифер. В этом сезоне выясняется, что Цири связана по родословной с древней расой эльфов. В последней серии семья, маг Истрат, находит группу эльфов Францески в лесу за пределами Цинтры и говорит им, что Цири — это Ин и Хэр, или Старшая Кровь. И эта Старшая Кровь объясняет, почему Цири обладает такими невероятными способностями. Это заставляет Францеску поверить в то, что Цири может быть той, о ком говорится в предсказании эльфийской пифии Итлины. В первом сезоне мы слышали отрывки из пророчества, когда Цири впала в транс, сражаясь с людьми, пытающимися ее схватить. Во втором же сезоне Цири полностью читает пророчество Итлины в книге «В храме Мелителе». Перед этим Трис помогает ей пройти через глубокую управляемую медитацию, в ходе которой они узнают, что Цири произошла от Лары Доран, что делает ее дочерью Хаоса. Все потомки Лары женского пола обладали огромным магическим потенциалом, ведь она была могущественной эльфийской волшебницей. Одним из главных поворотов сериала становится тот факт, что таинственный император Эмгир из Нильфгарда, прозванный Белым Пламенем, является отцом Цири. До этого мы видели ее отца, называвшегося Дани. Геральт спас его от смерти от рук Паветы, матери Цири, в частности королевы Цинтры Каланте. В этом рассказе из книги «Последнее желание» под названием «Вопрос цены» рассказывается, как Геральт стал приемным отцом Цири благодаря праву неожиданности. После рождения Цири Дани и Павета предположительно погибли в море во время шторма, а их дочь воспитывала ее бабушка. Каланте. Во втором сезоне Дани, теперь известный как император Эмгир, оказывается жив. Но этот эпизод заканчивается на клиффхенгере, и он не рассказывает о том, чем занимался Белое Пламя последние несколько десятилетий. Однако его появление объясняет, почему Нильфгард разрушил Цинтру и начал кровавую миссию по поиску Цири. Это также проливает свет на то, почему лидеры Нильфгарда узнали о ее генеалогической истории и силах даже раньше, чем она сама. В книгах у Эмгира по-настоящему кровавая история, поэтому можно ожидать, что безжалостный правитель Нильфгарда станет главным антагонистом в будущих сезонах «Ведьмака». Второй сезон «Ведьмака» наконец рассказывает больше об истории континента и его населении. Особенно это касается эльфов, которые населяли мир вокруг до того, как в него пришли люди, во время сопряжения сфер. Несмотря на то, что у эльфов насыщенная история, наполненная магией и пророчествами, пропитанная верой и надеждой, они все равно стали неудачниками мира «Ведьмака». Когда появились люди, вся раса эльфов едва была не уничтожена, потому что люди считали их низшими существами. Во втором сезоне Франческа рассказала немного об истории эльфов и причинах их сотрудничества с Нильфгардом. В итоге Франческа жаждет справедливости, а не мести. Поскольку Йеннифер и Цири произошли от эльфов и наделены магическими способностями, будет неудивительно, что в будущих сезонах «Ведьмака» история углубится в связь между эльфами и магией хаоса. Может показаться, что Франческа и эльфы — просто пыль в глаза зрителям, но совершенно очевидно, что кровь эльфов и Цири переплетены куда сильнее, чем это может показаться на первый взгляд. В конце первого сезона Йеннифер применяет магию огня, чтобы переломить ход сражения против Нильфгарда на Соддонском холме. Однако эта запретная магия имеет свою цену. Йеннифер теряет способности к магии хаоса. Во втором сезоне «Ведьмака» она отчаянно пытается найти способ вернуть себе магию. В своем путешествии она присоединяется к Фрингилье и Франческе. Все три чародейки в итоге натыкаются на дом Воли Мейер, бессмертной матери, которая столетия находилась в ловушке своей бродячей хижины. Волит Мейер заключает опасные договора с тремя женщинами, чтобы те выполняли ее приказы, и она могла подпитываться их болью и страхом. Если Фрингилья и Франческа хотят обрести силу и безопасность, то Йеннифер не позволяет Волит Мейер забрать Цири. В последней серии, лишенная магии, Йеннифер спасает Цири, став носителем Волит Мейер. Цири телепортирует себя, Йеннифер и Геральта в другой мир, позволяя Волит Мейер освободиться и возвращает всех назад в Каэр Морхен. Стоило им вернуться, как силы Йеннифер возвращаются. Для Йеннифер этот момент становится поворотным, ведь на протяжении двух сезонов она заботилась только о себе, руководствуясь лишь собственными мотивами. Но за всеми этими, на первый взгляд, эгоистичными действиями скрывается глубокое желание обрести семью. Во втором сезоне «Ведьмака» Йеннифер наконец обретает ее в лице Цири и Геральта. Us three will help each other. What is destined cannot be avoided.
Волит Мейер, бессмертная мать, на самом деле была чем-то вроде отвлекающего маневра во втором сезоне «Ведьмака». Если появление бессмертной матери и ее соломенной хижины на курьих ножках было связано с хозяйками из «Ведьмака 3. Дикая охота» и сказкой о Бабе Яге, то позже Волит Мейер становится средством достижения цели. В итоге последняя серия показывает, что она просто использовала Франциску, Фрингилью, Йеннифер и Цири, чтобы вернуться домой в свой родной мир. В последней серии Волит Мейер овладела телом Цири, и та стала мощнейшим инструментом в ее руках, с помощью которого она сеет хаос в Каэр Морхене. С помощью Цири Волит Мейер убивает трех спящих ведьмаков и разрушает священное дерево медальонов, обнажив черный монолит, скрытый внутри. После этого Волит Мейер разрушает с помощью крика Цири монолит и открывает портал в другой мир, выпуская мутировавших чудовищ на ведьмаков. В жестокой и кровопролитной битве ведьмаки сражаются с огромными мутировавшими Василисками и, убив их, восстанавливают порядок. В одной из сцен Геральт высвобождает своего внутреннего Гарри Поттера, убивая Василиска, вонзив меч в пасть чудовища. В итоге Волит Мейер вернулась в свой мир после того, как целый сезон терроризировала болью, страхом и магией некоторых ключевых персонажей ведьмака. В этом сезоне чародей и бывший любовник Йеннифер Истред стал странствующим историком, изучающим монолиты на континенте. Он действует под тайным руководством Стрега Бора, мага-манипулятора и члена братства из первого сезона. Из путешествий Истреда мы узнаем детали истории континента, о его монстрах и о том, какое отношение ко всему этому имеют монолиты. Истред и Геральт отправляются в гигантскую трещину в земле, появившуюся из-за крика Цири, и они хотят выяснить, откуда берутся все эти новые монстры. Там мы узнаем, что монолиты являются вратами в другие миры вселенной, и что в этих мирах живут всевозможные опасные существа. Через Истреда Геральт узнает, что Цири может разрушить эти монолиты, открывающие порталы в другие миры. Ближе к концу сезона Истред посещает детективные агентства и юридическую фирму Кондригер и Фен, чтобы попытаться выяснить, какое отношение имеют ведьмак, монолит и таинственная девушка к Нильфгарду. Он узнает о старшей крови Цири и ее связи с эльфийской волшебницей Ларой Доран. Расследуя дело, детективы выясняют, что когда столетия назад эльфы сражались с людьми, они не столько создали оружие для уничтожения своего врага, сколько создали воина. Эта информация может дать намек на то, почему Франциска и эльфы так стремятся заполучить Цири. В финале второго сезона Цири, Геральт и Йеннифер перемещаются в другой мир и сталкиваются там со всадниками Дикой Охоты. Эти воины взывают к Цири присоединиться к ним, говоря, что она принадлежит им, и даже называют ее Звездно-Окой Дочерью Хаоса. В первом и втором сезонах сериала мало что говорилось о Дикой Охоте. Лишь несколько кратких упоминаний, что делает встречу с ними только интереснее. Помимо этого, их появление добавляет еще одну фракцию, которая охотится за Цири. В «Ведьмаке» всадники Дикой Охоты по сути являются версией четырех всадников Апокалипсиса, предзнаменованием гибели и разрушений. Люди верят, что Дикая Охота — это нежить, которая предвещает приближение войны и смерти. Yes. На самом же деле, Дикая Охота — это эльфы Айен Элле, известные как Призраки Морхёга. Они вторгаются в чужие миры, чтобы сеять хаос и захватывать рабов. Поскольку ими движет смерть и разрушение, появление Дикой Охоты вводит еще одного ключевого антагониста для будущих сезонов Ведьмака. Если Дикая Охота сможет заполучить силы и кровь Цири, она может стать слишком сильной. Не стоит пропускать финальные титры второго сезона «Ведьмака», иначе можно не увидеть первый тизер-трейлер «Ведьмака. Происхождение». Действие приквела будет происходить более чем за 1000 лет до событий «Ведьмака» и расскажет о сопряжении сфер, которое объединило миры людей, эльфов и монстров в один. Кроме того, в этом сериале расскажут о появлении первого «Ведьмака». Тизер концентрируется на эльфах, которые объединяются для путешествия по континенту, тренируясь друг с другом, а также показывает один из первых конфликтов с тяжело вооруженными людьми. Других подробностей о сериале-приквеле, кроме даты его релиза в 2022 году, пока не было. Зато из тех немногих показанных кадров мы понимаем, как выглядел мир эльфов до появления в нем людей. Среди них есть кадры с чародеем, держащим посох, что выглядит как логотип сериала, и с одной эльфийской чародейкой при регалиях и в гриме. Второй сезон «Ведьмака», особенно его финал, добавил массу подробностей об истории мира Ведьмака и его жителей. И фанаты ждут, что «Ведьмак. Происхождение» еще глубже погрузится в историю этого фантастического мира. Посмотрите новые видео на нашем канале. К тому же скоро выйдут и другие ролики про «Ведьмака», так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео.